Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я делала первую подкормку для своей рассады, которой исполнился ровно месяц. Для этого я уже говорила, я использовала гуми Кузнецова, сделала корневую подкормку полив по влажной почве. Но я сейчас хочу рассказать еще одной маленькой мелочи. Если вам нужно, чтобы действие подкормки усилить или ускорить, то нужно сделать одновременно корневую подкормку и по листу. То есть, после того, как вы полили вот свои сеянцы, нужно сделать раствор этого же препарата, но чуть послабее, и провести в нем корневую подкормку, то есть опрыскать. Все опрыскивать, все-все-все вот так сплошным. И тогда вот эти полезные вещества, которые содержатся, ну, в данном случае в гуми Кузнецова, и весь этот комплекс НПК, азот, фосфор, калий, и все микроэлементы, и гуминовые кислоты, они будут растением вбираться и корневой системой всасываться, и листьями, потому что листья – это очень такой орган, нужные для растений, которые вбирают в себя очень быстро все вот эти питательные вещества и быстро разносят по всему растению. Так что, если у вас такой экстренный случай, что вы хотите подкормить, плохо они у вас выглядят, или желтеют, или слабеют, или в плохих условиях содержались, вот как я их спасаю от нещадной жары в доме, от сухого воздуха, влажность у нас очень низкая, поливаю мало, они испытывают стресс. Поэтому лучше всего и опрыскивать этим же препаратом и сделать корневую подкормку. Тогда у вас эффект от этой подкормки будет 100%, быстрый и заметный. Вы сразу через день-два увидите, как оживятся ваши растения, у них улучшится цвет, может быть даже форма листа, потому что от жары они иногда даже вот так вот сворачиваются. Листья расправятся, потемнеют, позеленеют, и тогда вы увидите сразу, что результат от подкормки налицо. До свидания. Этот был коротенький-коротенький видеоролик на тот случай, если вам нужно усилить или ускорить действие подкормки.